Приветствую вас, друзья, на своем канале Сад-огород. И сегодня будем сажать гортензию. Гортензия у меня вот такая. Она обрезанная, досталась мне от приятельницы. Так как посадочный материал у нас дорогой, поэтому пользуемся тем, что дают друзья, подруги, и облагораживаем свой сад. Так как я все время говорю, что сад у меня новый, всего очень много надо, поэтому друзья плохого не дадут. Садим все, что дают, а на другой год или когда что не понравилось, выкапываем, передаем дальше или избавляемся от этого. Мы можем бесконечно переделывать свой сад, и так, скорее всего, и делают все садоводы. Так, вот это у меня гортензия. Она где-то у меня, вот земляной ком этой гортензии, где-то сантиметров 8. Значит, ямочку мы должны выкопать в два раза глубже. Если 8, значит, сантиметров 16, 20 сантиметров. На штык лопату. Чуть поглубже возьмем, выкопаем яму. Гортензия у нас, говорят, что она неприхотлива. Практически не болеет, не заражается никакими вредителями. Значит, должна расти очень неплохо. Любит полив, обильный полив. Заливать ее не надо, но поливать ее надо два раза в среднем в неделю. Если земля хорошо замульчирована еще торфом, то можно поливать даже реже. На взрослую гортензию, которая растет кустом, выливают очень много воды. Очень много воды, это некоторые выливают до 5 ведер. Так ли это на самом деле или не так, все будем проверять на собственном опыте. Вот я окопала, делаю ямочку, как я уже сказала, в два раза больше земляного кома. Почва должна быть нейтральная. Она у меня так и есть. И должна гортензия, которую мы посадим, чуть выступать над землей. Вот такие вроде бы как правила посадки. Так, вот эту яму, которая у меня сейчас есть, нужно залить 3 ведрами воды. Литр. 3 ведрами воды, ну, где-то по 10 литров. Это, главное, литров 30. Давайте вот так вот сделаем, как, в общем-то, положено, да? Посмотрим, как это у нас будет. Я залью, значит, посажу ее. И, ну, дня 4 я вообще трогать ничего не буду. Только буду смотреть, как она себя чувствует. А 3 литра воды, вернее, 3 ведра воды – это немного? Рекомендуют 5 ведер, ведер воды. Хорошо. А я, так как она у меня маленькая, это на большой куст. У меня маленький, поэтому я пытаюсь обойтись меньшим количеством воды. Это 3 ведрами. В общем, вода здесь должна быть хорошо увлажнена почва. Потом ее садим. Сейчас я этот куст у меня, он намокнет. И затем я стану высаживать. А сейчас я пока буду заливать 3 ведрами воды. Вот я посадила гортензию. Как она у меня приживется, не приживется, что, как, мы увидим, скорее всего, позже. А сейчас я вот это все замульчирую землей. Просто присыпаю. Это все было хорошо пролито. Это чтобы земля не трескалась и дышала. И обожму. Еще немножечко насыплю земли. Вот так вот. Разровняли, все сделали. Чуточку она выступает над землей. Вот на этом посадка гортензии заканчивается.
что получится, будем видеть попозже. А сейчас хочу сказать всем, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч. И пойдемте смотреть, как я пересаживаю кабачки.